Новоуренгоец Николай Черепанов изготовил на 3D-принтере маски для работников инфекционного госпиталя. Сначала энтузиаст передал докторам 29 визоров, позже принес еще 10. Тем самым он полностью обеспечил медперсонал самого востребованного на сегодня отделения защитными экранами. В Салехарде стартовала адресная молочная помощь. Ее доставляют пожилым и одиноким людям, семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Пока эта мера поддержки будет действовать до 30 апреля. Голосование за поправки в Конституцию перенесено, но ямальцы продолжают активно участвовать в их обсуждении. Предложенные в основной закон страны изменения затрагивают целый спектр направлений. Например, государство обеспечит поддержку пожилым людям, многодетным семьям, родителям, воспитывающих особенных детей и социально уязвимым группам населения.